Сегодня мы с вами познакомились с тем, что такое конфликты, да? Мы поняли, для себя прояснили, что их не нужно бояться, да? Они есть, они будут возникать, они возникали в нашей работе. Единственное, что нам нужно научиться делать с вами, да, это использовать нужные стратегии, это использовать наши знания для того, чтобы этими конфликтами управлять, и для того, чтобы они были у нас конструктивными и приводили к тому, что наша производительность на проектах увеличивалась, и наши сотрудники при решении вот таких вот ситуаций, они набирались опыта, набирались новых знаний и шли к новым вершинам.